Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Давненько я уже не делал ролики по проекту Wise Deposit, и сейчас появилась интересная возможность. Проект выделил небольшой бюджет на новую акцию, в которой будет раздаваться по $10 за регистрацию. Вот тут вот на проекте есть статья, в которой полностью описано, как и за что вы получите эти $10. Давайте я вам вкратце расскажу. Во-первых, вам необходимо пройти проекте регистрацию, если вы здесь еще не зарегистрированы, потому что если у вас уже в проекте есть аккаунт, то данная акция к вам не относится и $10 вы не получите. Итак, ссылку в описании для регистрации я вам оставлю, вы по ней перейдете, у вас вот тут вот будет кнопочка регистрация, вы на нее нажимаете, далее попадаете на такое поле, здесь проходите простую регистрацию, прописываете все данные, жмете галочку и нажимаете «Зарегистрироваться». Вот здесь в поле должен быть псевдоним «Ругару-113». Это мой псевдоним. Соответственно, если он будет вот здесь такой, то вы попадете в мою команду. Если какой-то другой, то в команду какого-то другого человека. Но это уже кому идти в команду, выбор лично ваш. В общем, просто проходите регистрацию. Далее, после того, как вы прошли регистрацию, вам необходимо будет сделать простой пост в любой из ваших социальных сетей. Соответственно, к социальным сетям есть некие требования. Ваш аккаунт там должен быть создан не менее чем год назад и должно быть более 20 друзей. Я думаю, что такие соцсети у вас по-любому, да, найдутся. Далее. Там необходимо сделать простой пост, вот тут даже есть шаблоны, можете в принципе придумать какой-то свой, можете использовать один из этих шаблонов. Вот, например, вот этот шаблон можно использовать, просто зайди и получи $10, далее оставляете ссылку вот на эту статью, кстати, ссылку можете взять в разделе «Помощь», вот здесь есть «Раздаем по $10», нажимаете, вам открывается данная статья. Далее вот опять пишите «При регистрации укажи мой псевдоним» и далее прописываете уже ваш псевдоним, который вы получите при регистрации. Ваш псевдоним берется от начала вашей почты, которую вы указали при регистрации, либо можете зайти вот сюда в раздел «Мой профиль» и там будет вкладочка «Мой псевдоним» и будет писать, собственно, ваш псевдоним. Далее вы вот делаете вот такой вот простой пост, после чего необходимо зайти опять же вот в этот раздел «Помощь». Здесь вы выбираете «Получить $10». Далее вот здесь пишите вот такое сообщение, здесь в статье на скриншоте все показано. Вам необходимо написать «Хочу получить $10». Пишите далее «Мой псевдоним в проекте» и указываете ваш псевдоним. Далее, вот ссылка на пост в сети и пишите ссылочку на пост, где вы сделали о данном проекте. Все это здесь прописываете. Далее вам необходимо сделать селфи. Давайте я здесь прочитаю опять, какое селфи необходимо сделать. Так, что-то я немножко потерялся. Так, вот, селфи необходимо сделать с листком бумаги. На данной бумаге необходимо написать псевдоним, который у вас будет в проекте, и дату, в которой вы зарегистрировались в проекте, и, соответственно, сделали пост в социальной сети. С этим листочком бумаги вы просто делаете простое селфи. Вот тут вот будет кнопочка «Загрузить документ». Загружаете и нажимаете кнопочку «Отправить». Все просто. Далее, после 24 часов, точнее, в течение 24 часов вы получаете $10 на счет предоплата. Соответственно, сразу вывести их отсюда нельзя. Но вот здесь вот написано, что делать дальше. Вы можете создать депозиты на эти $10 и уже потом вывести все это вместе с прибылью. А это выходит, что вы заработаете не просто $10 за регистрацию, а даже больше. Создавать, ребят, депозиты здесь очень просто. Давайте я перейду в аккаунт. Вот тут вот есть раздел «Депозиты». И вот тут вы их можете создавать. Вот как видим, есть кнопочки. Нажимаем «Создать депозит». Указываем его название. Прописываем сумму. И нажимаем кнопочку «Добавить». Все просто. Как видим, можно создавать депозиты, что вы получите, выплату через одну неделю, через две, через три. У меня здесь свободных мест нет, потому что я их уже прошел. У вас все это будет открыто. Соответственно, эти $10, которые вы здесь получите за регистрацию и за простой пост в социальной сети, вы можете поставить на одну, на две недели, либо разделить часть на одну, часть на две недели. Ну и
После этого истечения времени все вам вернется на ваш баланс, с которого вы уже сможете вывести ваши 10 долларов плюс прибыль, которую вы здесь из них получите. Вот так все просто. Далее, как только вы уже получаете, как я сказал, вы можете все это либо вывести, либо остаться в проекте дальше и также дальше здесь зарабатывать. Но, ребят, если вы будете здесь зарабатывать дальше, советую вам обратиться к консультантам. Есть в проекте консультанты, которые помогают создавать, например, стратегию закольцовка. А именно по такой стратегии здесь лучше всего работать. Они вам объяснят, что к чему. Плюс также есть на проекте, давайте я вам покажу, блог. Здесь есть очень много статей, которые вы можете почитать. Здесь также все о разных акциях, о маркетинге проекта, все написано. В общем, очень интересный проект. Я считаю, что из нынешнего, который здесь на рынке, он более надежен, потому что он работает уже более 3 лет и создан по франшизе суперкопилки, которая, кстати, уже работает, по-моему, более 7 лет. Ну вот как-то так. В любом случае, 10 долларов вы здесь заработать сможете, это точно. Так что ссылку для регистрации вы найдете под видео в описании. Ну а на этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.